Дамы и господа, мы сейчас немножечко отдохнем. Встречайте! Встречайте! Лариса Грибалева! Аплодисменты, дамы и господа. Кстати, Лариса призналась, что песню «Все будет хорошо» она начала писать, когда ей подарили тройку билетов в Суперлото. Лариса, скажите, что это было так? Ну, я думаю, что теперь у меня все будет хорошо. Конечно же. И пожелайте нашим игрокам что-нибудь, несколько слов. Я с удовольствием хочу пожелать всем, кто любит эту замечательную игру, а мой папа играет и не пропускает ни одной передачи. Поэтому эти билеты, я думаю, что он и сейчас довольный. Смотрит на меня и понимает, что эти билеты будут переданы ему из рук в руки. Поэтому я надеюсь, что они будут счастливы. И всем, конечно же, желаю немножечко удачи, успеха. И чтобы вы всегда выигрывали. Ой, Лариса, такие слова держите, это тоже вам. Спасибо вам огромное. Приятно. Лариса Грибалева! Спасибо, спасибо большое. Ну что ж, друзья, сейчас самое приятное, что может быть здесь, в студии.